Хочу вернуться к дайдрической руке. Теперь же у меня есть кольца. Я их свистнул уже, но для начала мне нужно скинуть лишнее, это у меня много веса. Для этого я пойду сейчас к визардам и продам им что-нибудь. Так, у нас тут есть Феральда. Ну, я сейчас посмотрю, где вот эта чувиха, которая Restoration. Тут ли она? Где она? Тут нет никого. Да где же она? Кстати, опять восполнились же запасы. Запасы всего восполнились. Я тут уже собирал все. Так, чтоб лишнее, главное, ничего не это. Вот DevBell мне надо оставить и... Что там еще-то? И еще что-то. Забыл, что. А! Nightshade, вот, да? Да-да-да-да. Остальное можно использовать. Ничего не обнаруживается, ну ты смотри. Обнаружился. Эффект открыт. И еще эффект открыт. Busy right now, Colette. Well then, fine. Haven't I... Hey. Ничего. Опять, а,
Fire Souls. Ну и чё с ним, ладно, у меня эксперименты. Надо же алхимию изучать, в конце концов. Так, это я пока не использую. Ладно, уже надоело, ей-богу. Дай что-нибудь сделаем. Опять неизвестный эффект. И опять неизвестный эффект. Ничего себе. Не дешевый получился. Ой, я что-то... Ах, угробил пару нужных. Ну ладно, и фиг с ним. Так, ну да ладно. Алхимию чуть прокачал. Есть что дезенчантить? Ну, есть. А энчантить есть что? Ну, тоже можно. Какие-нибудь дешевенькие тогда.
чанкинг мой растет. Ну, ладно, это я уж не буду зачаровывать. О, стоп, минуточку. Пожалуйста, бесплатные соул джемы, бесплатные. Вы чё? Нет, мне не нужен. There are few places where one can pursue my type. That incident in Morthal was just a misunderstanding. Conjuration, no matter what the guards do. Так, а что мне может продать-то? А он уже продает. От ранахов-то уже всех продает. Но ты лучше научи меня конжурейшену, вот что. I'll teach you some of what I know. But be careful. Ты эксперт всего на все. Тогда я тебе продам тогда кое-что. Take a look. 2500 у тебя есть? Until next time. The people of Skyrim have no appreciation for what we do here. Not that I care. I'll teach you some of what I know, but be careful. Я так и буду по одному. So you wish to master the arcane arts? Mm-hmm. Should you ever fall victim to an unfortunate accident, I promise. I'll teach you some of what I know, but be careful. Это уже несколько утомляет так по одному учиться. Spells and incantations for those with the talent to cast them.
I'll teach you some of what I know, but be careful. Spells and incantations for those with the talent to cast them. Ну ладно, мне надоело уже. Так, давай тогда. Вроде я разгрузился более-менее. Сколько я сейчас вешу? Да еще кое-что есть, да. Пойдем в этот Миден. Так, сколько у меня теперь конжурейшн-то? 69. А до адепта мне надо 75. Да где ж мне столько взять-то? Сюда иду. Грибочки. Да, но мне не сюда. Да ёлки, а куда ж тогда? Тут фиг чё найдёшь. Нужен 98. А, вот. The Midden Dark. Мне туда, значит, надо найти в самую эту. В нижнюю часть, за дверь, в другую локацию.
Вот, куда мне надо. Вот, 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 вот. Да что ты будешь делать? Так, одно есть. Два есть. Три есть. А что я делаю-то? There's a smart lass. Check the map. The loot's hidden there. It'll show itself when you get near. Отлично. See you on the other side, mortal. Отлично. Теперь у меня есть карта. Есть карта-то хоть или нет? Да, вот она. Статуя Талуса, что ли? Надо выйти отсюда. Чёртовой матери. Где тут выход-то? А вот он выход, вот он. Так, вроде это вот где-то тут. Вот мы сейчас через этот остров тогда пройдем. Сюда зайду еще и пойдем дальше. Так, этот-то у меня есть. Есть. Туда, что ли, вроде, да.
Все. Плохо о таранах так пуляет. Ну, по скелетам, конечно. Ну, там ленивый не будет пулять. Ты что там по ним пулять? Так, вот кинжальчик. Неплохо. Soul Gem. Прекрасно. Так, все. Растворился. Кстати, не получится. Нет, двойной не получается. А где? 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 А, вот. Ну-ка. Что тут у нас? Что тут у нас такого? Новис, это хорошо, что новис. Вальнул, что ли, моего этого? С ума сошел? А, ну хорошо, у тебя нет этих. Только крик этот несчастный, ты ничего сделать ты не можешь. Ну и чё? Не подходи. Что с вами? О, все, умер. Вот тут надо засейвиться в этом месте. И самое интересное, ничего хорошего-то особо и нет. А, там сундук еще есть, слушай. Ничего хорошего. Подожди. Так, во-первых, книга какая-то. Ага. Иллюжен, да, мне сильно надо. А. Кстати, в общем-то, неплохо, иллюжен. Сейчас я их этими сделаю. А где тут? О! Кольцо экстремальной магии. Вот это мне пригодится. Колечко. Так, где тут у нас иллюжен-то? Иллюжен. И иллюжен я делаю легендарными. Не понял, в чем проблема ваша? А, я ноу нажал, господи. Иллюжен 15. Как, кстати, расти ты теперь будет иллюжен? Просто интересно. Сразу раз, так 16.
бац, так, 18, да? 19. Вначале, ой, как хорошо растет. 21 уже. Только что 15 было, просто 3 секунды. Но мафл это просто волшебная вообще тема. Десять очков, а? Ну как его не делать легендарным, а? Если он столько сразу пунктов добавляет, это же к общей прокачке. На этот остров я там в Хелпе что-то смотрел, или на другой, или может сюда куда-нибудь, не, вот сюда, по-моему, сюда точно. Ну плевать на самом деле. Так, здесь у нас заклинания не кидаются. На этот остров, точно на следующий. Вы издеваетесь, уже 32. Так, где я? А вон статуя с Талусом-то, вот она. Ага. Так, а там вот у нас присутствуют мишки. У нас тут мишки. Где ты, Мишка? Потерялся. Потерялся. А, это не Мишка, господи, какой Мишка. Это вот эти вот. Как их называют-то? Conjuration 70. Отлично. Прямо один за одним. Хоркер. Всех перебил, что ли? А вот там у нас то есть такие-то. Есть убитый. Тихо, тихо, тихо. Саблезубая тварь. Айс Вольф. Есть. Хорошо. Так, я попросил бы отдать мне шкурку. Там еще одна шкурка, недалеко же, господи, схожу. Кстати, где этот Талос-то? Талос, Талос, где ты, Талос?
А вот материализовался наш этот самый, вот он это самое, и материализовался наш склад, вот он. Богатство. Богатство. Ой, еще. Вот, да. Ну вот. Это и будет концом эпизода. Сокровища найдены. Такой мини-квест, который вовсе и не квест, а не пойми что. В журнале его не было. Тем не менее, он начат и закончен.